Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женскую сумку американского бренда DKNY. Модель выполнена из натуральной кожи, прочного и плотного материала. Кожа приобрела особый рельеф благодаря обработке на специальных штампах. Это делает ее не только внешне привлекательной, но и более практичной. На штампованной поверхности будут менее заметны небольшие заломы. Модель украшает брелок в виде цепочки с медальоном-монетой. Чистые линии кроя и использование кожи одного оттенка делает силуэт цельным. В сумку можно положить небольшую записную книжку, телефон, кошелек и футляр для очков. Небольшие внутренние и внешние карманы подходят для ключей, наушников и карт. Прочная и надежная текстильная подкладка прослужит вам долго. Сумка закрывается с помощью прочной металлической молнии. Ручкой служит кожаный ремешок вместе соединения с сумкой, переходящий в металлические цепочки. Это удобно и практично. С вашим плечом контактирует мягкая кожа теленка, а цепочка украшает модель. Сочетайте эту сумку в стиле кэжу с брючным костюмом и лоферами. Ей также можно дополнить узкие джинсы, рубашку с джемпером и кеды. Модель представлена в черном, серо-зеленом и серо-бежевом цветах. Наслаждайтесь качеством с вашей новой сумкой DKNY.